А? Прицел хочешь? Да можно. Так, кому шайтану выдавать? Да, шайтан, отдай, шайтан. Рюкзак. Глушитель, короче. Укладывай рюкзак тебе. Все, у тебя в рюкзаке глушак будет. Унесешь кому-нибудь наш. Понял, хорошо. Еще вроде нет. А, нитро. А где он есть? И да, кидай сейчас глушак наших парней. Где это? А, в принципе. Тебе коллиматор снять? Давай. Коллограф. Шайтан. А? Ты что тут уже налутал оружие? Короче, да. Тебе не... О, вот возьми глушитель у Шайтана. Ты взял глушитель, Ярч? Нет. В сумке у меня возьми. В языке возьми. Зубастик, спасибо. А? Где вы взяли? А? Мне принесли. Забери. Это у меня вопрос, с кем Ярчик. Так с нами он не поместится, что ли? Вот не знаю, поместится. До теории должен в этом вертолете, считай, борт стрелков 14 мест, без борт стрелков 12. ГНТ 4, мы с нитро еще двое. Вы остальные. Ну, да. А, все, тогда загружайтесь. Ярче на коротко. Да. Погнали.
Нам надо идти на юго-восток, встретить РМов и дать им глушители. Там уже стоит синяя метка от Лавкина. Слышно? Лавкин? РМ, слышно? Давно не слышно, они, наверное, здесь делали. Давай проверим. Проверка. Тихо, чё-то. Слышал, да? Там вроде пометка, вроде живой. Там вроде пометка, вроде живой. Окей. Если что, у меня на метке шайтана 4 глушителя есть для вас. Они ровно запад от моей метки проходят. Вот там где-то, вот там. Дал синее отделение. Ярче живой? Да. Я к зеленой к своей ухожу. Ярче, они уже на севере от нас. Вот они, видишь, проходят на 300 в низинке. Mm-hmm.
Сука, я дерево убил. Ярче жив? Да. Ты на актуале где-то? Да. Я вообще выстрелов не слышу никаких. Задымляешься, уходишь. Ну, я, у меня очко просто маленькое. И мне тут идти-то некуда. И он меня видит в ночи, блядь. Но выстрелов нет, он, видимо, свой стреляет. Я говорю свой, да. У меня очень мало крови. Слушай, а ты можешь мне кровь перелить еще? У меня взяли с собой. Продолжайте. Я вроде не могу, не знаю. Может, к домикам оттянешься ко мне? Дал актуальное на пехоту. Так, я ушел. Нет, все метки на севере. Там по низине, ребята, что-то капит горело. Нам просто надо как-то их обойти по низине и разжимать. Thank you.
Да-да-да. Не вижу вспышек. Мурал, ты живот? Помоги убить этого хвилона. Иначе я умру. Сейчас Мурал подстрелил другой, теперь я его убью. Тоже не видел, как он стреляет. Это он сейчас стреляет? У меня он закрыт, походу, чем-то не вижу. Это ты? Нет. Союзники перед нами. Идем-ка сюда, подойди ко мне. Где ты есть? На землю. Свой, да, сидит? Да-да, тут четверо своих было. Может узнать, на какой они КВ с ними? Да лучше обойти их, я думаю. По нам. Я западный склон займу, попробую пострелять по тем типам. Есть, есть. Я, короче, тогда в низинку сейчас спущусь, если что, буду их принимать снизу.
Я пока осматриваю. Парни, вот этот холл на 240, они за ним стоят, если что. Прям ближайший. Тогда буду смещаться в ту сторону. Параллельно тебе, как бы, вот иду на запад. Если что, спасай. Так, вижу. Дал западную метку. На следующем холме. Уходит туда дальше, западнее. Тут вроде союзники ходят. Бля, это слепые, что ли? Меня ранили свои... Миссию выполняем, блять, что мы тут делаем? Софа, подойдешь ко мне? Да, шину накладывал. Ты ушла? Да. Тачку, наверное, возьму, попробую. Да вы мне уже ногу пострелили, какой в низине, я ходить не могу, блядь.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.